Все, сейчас выкинет, заходит Сильвестр и все нормально. Не надо никакого репа. Охильните меня. Не надо никакого репати делать. Исайми, тебе что нужно? Ты чё? Прилив. Кому нихуя не надо с миди-зоны желать? Да, на самом деле много кому, я думаю. Вместо дизёнка зайдёшь. Всем привет. Будем пробовать на сундук или так суманём его сразу? Здорово. Тут такой Олеж. Он откатил еще до того момента, блять, когда я в хате даже не отстал. На дагер. На сундук попробую. Меня не выкидывает. Ну сейчас уже не будет выкидывать, лидера перекинули. Наймах не помешает, инта не помешает лидер. А вот сейчас сразу, да, еще? Не забыть. Черно. Ну, конь перешел. Так что с этим рогой? На сундук будем пытаться сумонить? Конечно, или сразу? Конечно, на сундук будем сумонить. Зачем? Ну, давай попробуем. Сейчас я ему напишу. Заодно и проверим. Заодно и проверим. Работает или нет. Рыбу ставлю, короче. До сих пор тут пиюсь. А ты чё 278-й? Скрип. Ты про кого? Про тебя. Уже давно. Как только видели. И это не предел. Прям как попасть. А микрофон сломался. Суманите шкаф, он стоит, суманить кроме. Чтобы быстрее было. Куда-то не мне, а кто там забивал? Все тут теперь. Дайте каску. Поверь, близко кто-то. Было мало только. А сколько будет длиться? 12 минут хватит, нет, каски? Ну, дай каску. Улипал каски, разбахнул. 17 минут. На твою милость, Фордринг. Мы даруем тебе быстро. На 10 минут сопрот. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил их. Хватит, 10 минут хватит. 8 минут убивали. Конечно, успеем. Чей РС-ку должны были закрыть. Так, Казум, нахуй липал СС? Да, я кинул. Торгим на Матиолу, Санте и Долорес на готове. Милики, перебегаем на дату.
Подтягиваем. Бежим. Кто-то рядом. Кто-то. Бежим. Гурлет, пацаны. А вурдалаки чума маленьком. От босса. Да-да, в трусы милики, хром. Козун, где ты бегаешь? Вернение, опять. На целого подними, козун. Ух, как опасно. Чье это? Чисто я мимо Тиладина читай. На срез. Знаешь, это даже не смежное осквернение, которое ты разлил на малом круге.
А Матиоли зачем? Там стоял, вместе с ним. Она пишет, нет, что... она просто побежала в него. Не его, него, а в него. Джуф стоит, Роба стоит. СС откатились. Нет, нет, так, Санте, СС на Матиоу, Деворус, СС на Холи Пала. Талин, Казум, как откатит, не готовит просто. Есть сопровод. Гильдбанк. 200 голды. Там нету. Да, мин. Спасибо. А стрим же идет, по-моему, да, у кого-то? Да у кого-то по-любому идет. Ну а там и можно посмотреть, кто взял. Да конечно, если идет. Ну ты включи, чтобы шел. Неужели прибыли? Ну, явно все было видно. Но... я стоял, наблюдал за этим осквернением, как оно выносилось, и, блядь, как люди туда бежали. Когда осквернение выносится, бегут все к плечу, блядь. Они от плеча на осквернение. Замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения. Капротики проверили, ребят. Будешь молить о пощаде, но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством. В рейде сопроты по 500 продают. По 200. По 500 же можно продавать, ребята. Нужны по 2000. Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел себя. Не могу сдвинули. На маленьком чума. Полпроцента. Переходим, переходим, Суева.
Иди ко мне поближе, чтобы тело доставали. Хотя уже не надо. Все. Маны можно? Да. Два хила валька. Геру дайте. Гер дадут, кто стоит. Стан под пацан. Оскорнение. Залечаю. Маны, пожалуйста. На раз лейте все, адмирал. Стан раздайте. Шестан. Три процента. На краю держим. Переходим. Где? Не сюда. Да не в на твою сторону срач. Антиправее. Либо тоже стоит правее. Турнир нам снесет. А я гим. Мана. Я заберу луча. Саяника. Первую чешку сдам. Даю усиленный звезда. Иначе, как и я, будете навек порабощены этим проклятым клинком.
осквернение не забываем сразу. Сразу рассыпную. Рассыпную, рассыпную. Все черепы свалили. Все, обратно подключаю объем лича. Маны. Отдам чешку. 10 секунд ждать. Я отдам. Правые стенки прижимаем. Пять секунд. Рассыпной. Череп. Все залечаю. Пожалуйста, сейчас изначально не отталкивайтесь. Да ладно, 9.9. Старфол есть? Серьезно? Есть. Я зафайлил. Ты может наверху сдохнет сам. Без нас? От старости? Прикинь, сейчас забагается, не умрет. Будет стоять? До одного хп собьем. А потом он батит персу и все. Че, все рассыпали? Рассыпали. Каст уже можно. Он нас ждал. Ну красиво. Да, мы будем. Пол секунды не хватило, блять. Как-то. Что говоришь? Говорю, надо убить, что нет. Убиваем? И рыбку заодно. Ну да, я. Такое рыбку завтра уже в Рождество. Нахрен Рождество. Завтра Элбрил будет Фарадей, так что завтра рыбку. Ну и не будет. Может меня и Артемий. Так, кто офнится, чтобы попытаться рогу сумануть? Не работает. Ну, проверим. Я могу выйти, кисы разродит. Зачем он там чипа попасть? Крис, Кирса. Нет, давай.
Сэшпорт в Гримар. Так, я не понял, мы Джайна сейчас будем убивать или завтра с РС-кой? Да, добьем еще. Там тоже минут 10 сил. Я же легче сделал. Ну, угу. Забыл, что ли? Даруй мне последнее благословение. Дай мне силу разбить эти... Обсор в голову ударил. А чё, кто-то Лича не убил среди... А, у нас, да, у нас же... Блять. Наконец, я свободен. Всё кончено, сын мой. Настал час расплаты. Поднимитесь, воины света! Дай мне портал Агримар. Эй, раздавалка, уйди оттуда. Все, можете суманить. Суманить, а ты ж. Делорус. Че, он суманится, нет? Чекни, может, он АФК. Сейчас спрошу. Нет. Он говорит, суман не попадает. Давайте еще раз. Может, Зуломан не убьет? Спроси. Если нету доступа, там напишет. Наш не может попасть в это подземелье. У него КД. Сейчас поинтересуюсь. КД тоже пишет, что другая копия подземелья. Нельзя применить к этой цели. Не убил Зуджи. А, понятно, у него Зуломан не убит. Ну тогда до свидания. Пианиста с ума. Дайте Леху назад. Кстати, сегодня на БГ видел манг 7 карты 78-го. Сейчас у меня один тут же челик. Нифига себе, дроп ханта. Вот это моя мечта была раньше. А теперь чья это мечта? Это детская моя мечта. Юных хантов мечта. Юных. Я уже старый, да. Стар да немощен. У меня уже кожа свисает, дряблая. Ну так правильно, но на БГ ее тебе растянули. На БГ я еще не растянул. О, никто на мейн не кролит. На мейн, да, никого нет. Ты не полутал? Наконец-то она моя. В смысле, а че? А тот хан, который... А тот хан на замене. А, лошая. Валик. Тупо проиграл. Так, Red Warman's Wake, Void Knight's Peak. 7,8, 7,6, Red Warman. Это было красиво. Нет, я про приор.
Да-да, я говорю, у них на 0.17 отличие. Ну. Так он не может. Гена, расставляй метки, пацан. Да я это, сюда лут меня забагался. Интерфейс. Реалмикс нужно было. Кирс, расставь ты. Ну, я так, реалмикс. Так, 3 респека и полинами 93. Это как с салом беда. А чё ты мне дал это, косарь 400, она как это, в хент идёт 300 чем-то, по-моему. Это ж третья херня. Это не лук. Сейчас он бы... Нет, мне лук за 300 давали на вза, которая... Сейчас он бы... Да, мы поняли, просто он по первому значению начислил. Как для хента. Никому. Так, а сейчас я буду плакать. А почему тогда офспек клятву за фул начисляет? Хантам. Ну, там было все то, что все по фулу. Итак, да, ладно, заткнулись. 3, 2, 1, вкусняшка полетела. Нет. Да блин, так неинтересно ролик. Не видны роллы. Видно, видно. Блять, у меня 2, вы серьезно? Просите вот один, я 2. Кого-то один. Просите. Просите один. Я давал. 2, мотивов, 2, 86, а, тут пипал 93, новый чувак. Ниже. Но он первый. Химика нету? Нет. Втором паровом, Редвар. Во второй паролу ягодный торт 91. О, нет. У нее есть. Это не склик. Да ладно, это жадность. Кирилл, печеньку на успех. Понял меня. Там 3 человека ролевые. Я просто на третьей. Утоните 2 человека в рейд кто-то. Я просто на третьей, может им нужнее нужно. На третьей. Ну, да там, блин, там... Так, сейчас подождите, разберусь с Fallen Rush. У меня просто в дискорде не было. Отменить. Да, видно ролла, не это... Чё, кто расставит пока? Кто там? Редвар. Алексей, уже ставишь? Где ты чё-то? Полиндраж не 380, а 468. Угу, да, 468. 389 это обычно. Отойду на минутку. Вага, я тебя хотел поднять повыше, а ты упал. Геннадий, распределяй быстрее. На свое усмотрение, только смотри, будешь за хилами наблюдать. Я отойду. Гена, с тебя полный контроль, ходи пала. Поставь его с ним меточку одну. Ну сейчас он сам пускай распределит, как ему удобно. Я за рестор-друидом посмотрю, что. Ну, Матиола в прошлый раз убивала. Так, чё там на меня кто повесил еще раз? Распределяй, кто где стоит. Кто где стоит? Ты за хулипалом, если что, посмотришь. Поставь с собой в одну место. Хорошо. Смотри, линкольните ему 2 этих добавка, пожалуйста, в второй фазе. Стой, давай сейчас я ему ДБМ скину, он будет им орать. Не ему. Надо ДБМ, просто скинь ему, я буду ему говорить. Так, ладно. Долорус череп, Талим звездочка, Сантей луна, Казум трусы. Я в черепе стою, кислый в луне, да. Дальше, прости звездочка, сила бездны, трусы. Дальше. Дальше Артемия, череп, Биг Бабл, луна, Хисаями, трусы. И... Минус 1 ДД, да? Ладно. И тогда дальше, получается, хилы. Адмирал Матиола звездочка, Кирс череп, Полина трусы, говорю, это луна.
Пал, встал, встанешь, короче, в череп, да, Амира, ты в трусы встанешь, чтобы я за ним следил. Вот дальше, Милики, Редвар, череп, Войд, Луна, Строга, Звездочка, Гречка, трусы, Раздавака, череп, Вага, Луна, Гречка, ты в трусах. Смотри, Пал, вот тебе линканули два дебафа. Тот, который дикое пламя, под тобой будут появляться кружочки. И получается этот дебаф, тебе нужно от всех отойти вход в звездочку. Получается, вот это дикое пламя, тебе нужно просто ото всех отойти. Потому что ну, потом эти кружочки потом перекинутся на ближайших союзников. Вот. А тот, который взрывоопасный пламень, его нужно отнести на рендж между метками и желательно ближе к краю. А после того, как ну, дебаф протикает, под тобой разольется лужа. И потом эта лужа поползет к боссу. Поэтому ты должен уносить дебаф левее, ну и правее. Ну, между метками получается. Которые базовые 4 стоят. Череп, луна, звездочка и просто между ними. Вот. И потом, получается, смотри. На первой фазе, когда говорят, шторм нужно набрать всем рендж 10. И на первой фазе с первой на вторую у тебя посередине экрана появится кнопочка. А на кнопочку нажимаешь и стоишь афакашишь, не двигаешься, ничего не кастуешь. Потому что ты, когда ты нажимаешь на кнопочку, это заклинание нужно поддерживать. Вот. А на второй фазе я буду за тобой следить и это говорить, если вдруг будут у тебя дебафы. Я пришел, где я стою? А, кислый луня. Если у тебя только что-то на интерфейс стоит... Бартендер. Только может. Какой Хилсон? Какой Хилсон? Я. То есть, иначе, какой Хилсон? А где я стою? Полина. Биг Баба в луне. Раздавака, ты в черепе. Ну смотри, у тебя он высокий, нет? Сколько примерно? Ну блин. Ну бартендер, у тебя высокий бартендер, сколько панелей у тебя стоит? Вот если они прям по центру экрана. То есть примерно вот если классическую панель брать, там примерно 5 или 6 панелей для этой кнопки. Если стоит бартендер, то ниже. Она делает. Появляется там же, где на БГ бомбы появлялись, или где на смотрителе в героическом режиме. Ну вы такие уже давно этого не видели. Это было уже 100 лет назад. Адмирал, ты можешь сейчас Т5 сделать? Поставьте, пожалуйста. В смысле? Ну, блин, активацию кнопки Т5 кто-нибудь может скинуть сейчас просто? Да. Скинь ему скриншот, как выглядит кнопка. Поставьте рыбу. Чтобы он сам понимал. Сейчас поставлю. Поставлю рыбу. Ставь. Блять, у меня сейчас будет забаганная кнопка, сука. На третьей фазе, просто по корелому если слушаю, на третьей фазе... стоишь либо в крестике, либо в квадрате, без разницы, именно в этой метке. Вот. И если будет буря, когда будет буря, я буду никель добивать. То нужно просто от всех отбежать. Дайте ему СС. Он охнет. Он делогается. Во флудилку? Да, во флудилку скинь просто. Чтобы он, к примеру, видел, как, ну, где кнопка появляется. Все, запускаю босс. Да, вот там. Начнем, начнем релогнуться вроде. Секунду, там Пала релогается. Артемия, каст с... Ну, либо, блин, это мой купол света. Сразу дайте ему СС, он потом все равно этот СС на третьем. Да, по СС. Казум, Сантей. Так, Казум на Мотивову, Сантей на Пипал, Талим, Деворос, держите на гад. А, все, молчу, ты давай, Ирель, один. Ну все, кидайте прямо сейчас, и если что, он отказается, все равно третья фаза. На третьей фазе также обновите по ним СС. Так, напоминаю, немножко надо двигаться, так что побегайте побольше, полегче будет.
босса запустил, если что. Ну разберите сами, кто там, когда замедление будет вешать. У вас 4 локации. По очереди вешайте там. Один на одной фазе, второй на второй, третий на третий. Потом, если что, Паул, после рейда я тебе могу подробнее объяснить, что делать. Он уже увидит, что надо делать. Ну ты почему-то до сих пор не понимаешь. В смысле? Затроллил. Что, адмирал, объясняешь, что? Сопроты выпейте. Ты, бля, что ДБ не запустил? Запустил. А, все вижу, да. Короче, Талим на первый, Долорес на второй, Санте на третий. Демона не будем накрывать. И демон. Что у нас делить? Можно одного просто поставить и все. Чтобы никому не обидно было. Шторм. Вопросы к КДЕ. Шторм. Ничего страшного. Хорошо, нет. Нет. Я всех напугал. Да, короче, заберешь же. До шторма 15 секунд. Блядь. Что происходит? Нахуя вы делаете, блядь? Таунт в КД. Хуя вы бьете? Вот теперь шторм. 5 секунд. Ура, заберите хоть как. Просили? Да, с минус ходит пал. Сейчас я буду. Сбежали. Я забрал на себя всех мелких. Бабка пала. Прибавка, походу, пала, дайте. Обновляйте на нем сет. Так, куда я поставлю? Велики уже не могут потаунтить мелку. РДД свечнулись. Урона за ногом. И кинул у него в этот, как ты нажал таунт. Шторм. Сбежались. РДД свечнулись. И перебежали на противоположную сторону. Звездочку. Шторм есть. Шторм.
Сбежались. Там за мамой спустился, что забывать. Где подвожу порталы? РДД свечнулись. Шторм. Блять, ну не уешьте вы так. Хуя вы в мобах соло хуяли. Все, сбежались под последний луч. Пытайтесь поуешьте немного, я подведу. Все, стопните. Стопните у меня. РДД свечнулись. Все по меткам разбежались. Почему здесь адмирал? Приготовьтесь кнопку прожать. Прожали. Прожали. Адмирал. Нету кнопки. Сошку. Вы, блядь, макрос до сих пор не можете прописать. Адмирал, ты звезда. Лучи. Метеола, есть СС? Метки. Пипай вынеси. Давайте ВР уйдет. Метеолу поднял. Метеоры. Закрыли. Кто косные язычки кидает? На второй ты. Нет, кто-то перебивает. Лучи. БР раздавайте. Поднимайте, блядь, кислого. Метки. Пипай вынеси. Метеоры. После метеоров сразу поползут. Пипай добавил. Минус Нурглет. Поднимайте меня, Нурглету подниму. БРов-то нету, да? Или есть? Ничего, кислорода. Нет. Деф. Адмирал ману зовет сегодня, друзья. Да ты сейчас сдохнешь, это. Лучи. Матиола, подними кислорода. Метки. Пипай. Ревностно. Метеоры. Ложить. Может, я кого не поднимать. Из-за чего кнопки нет? Кислый, смотри, если кнопки нет. Потому что нет, это ваша Т5. Нажимаешь Shift. Нет, Т5 был неактивен. Так, сложно макрос написать. Слэш-каст купол света? Да, слэш-каст купол света. Вот зачем сейчас БР-то надо было тратить с мотивов? Ложитесь, сказали. Поздно доходит. Падайте, подниму, у меня БР есть.
Адмирал, в чем твоя проблема? Я сам с собой разговариваю. Проблема в том, что мой купол называется тоже купол света. И когда пишешь /cast купол света, он кастует мой купол, а не тот. И пишет заклинание, блядь, пожалуйста, подождите. А что, если мышкой его нажать? А кнопкой, да, так нажать. Я и по нему ебашил, как, сука, последний. И так, и сяк, и двигал. Но двигается, а нажиматься не прожимается. Делаешь проще, 2 куска ты 5 снимаешь. Это я сейчас так. Я, да, кислый собой. Тоже, 2 куска ты 5 снимаешь. Все делается просто. Если не можете 105, снимайте ты 5 нахрен. Либо поставил. Лестница.